Привет, привет, мои хорошие. У нас поздняя ночь, как обычно. Сына уложила спать, а дочь тоже спала, но она проснулась сейчас, и мама ее укладывает заново. Сегодня у нас последняя ночь, которую мы планируем провести в Махачкале. Завтра ночью мы уже вылетаем, иншаллах. У меня, как всегда, ночной дежур, и вот что-то мне так захотелось зелени. Вы знаете, я обожаю зелень кинзу. Ее я не нашла ни разу в Измире, ни на одном рынке, ни в одном супермаркете. Хотя в Фейсбуке я читала от наших девочек, что они находят кинзу, но я не находила. Видимо, мне не везло. Кинза и зеленый лук. Я обожаю вот это вот макать в соль и кушать с хлебом. Это просто кайф, честно. Вот, знаете, девочки, хотела поблагодарить, огромную благодарность выразить тем, кто пришел ко мне на встречу. Честно признаюсь, я не ожидала, что будет много людей. Я думала, человека два, ну, от силы три, наверное, придут, потому что думала, ну, как бы у нас народ стеснительный, и я думала, постесняются, не придут. Как ни странно, пришли, да, и довольно-таки немалое количество. Пришли две девочки, самые первые пришли две девочки, молодые, им, наверное, до 30 было. Они пришли минут на 10, не больше. Я как раз только пришла в кафе, минут на 10, буквально мы с работы отпросились. Просто вот увидеть, сфотографироваться и убежать. Честно, ну, сфотографировались, поболтали немножко, и они убежали. Следом пришла такая стеснительная девушка Раисат Схушетова. Она просто зашла, она прям такая стеснялась. Огромное спасибо, Раисат, что ты пришла. Ты прям Схушетова приехала с маленьким ребенком. Приехала, чтобы увидеть меня. Честно, мне очень приятно, что пришли люди просто меня увидеть. Была девушка, которая из Азербайджана. Просто совпало, что она в данный момент в Махачкале. Тоже с ребенком пришла на встречу. Были другие девочки, которые мои постоянные подписчицы, зрительницы, которые мне постоянно пишут хорошие, хорошие комментарии. Была Али Азиза. И это самое главное. Я увидела, кто Али Азиза. Кто меня смотрит, наверное, знает. Кто меня смотрит и читает комментарии, наверное, знает мои, что у меня есть подписчица под ником Али Азиза. И ее часто, не часто, ну, как бы постоянно принимают за меня. Я как бы все положительные комментарии на своем канале, я пишу сама себе все оды. И вот, и как бы Али Азиза, это мой второй ник. И вчера я увидела эту девушку. Я думала, это молодая девушка, совсем молоденькая. Она нет, она буквально на 3 года младше меня. Не могу ее назвать соплячкой, молодой, но выглядела все равно моложе. А вот, пришла она, было приятно познакомиться. Вот, честно, всех было приятно увидеть. Искренне, искренне я была рада, что пришло столько людей. Единственное, немножко мне было жаль, что вот с последней девушкой, которая подошла по имени Джамиля, даже поболтать толком не получилось. Она пришла самой последней, и как-то вот встреча почти заканчивалась. Вот. Еще раз всем спасибо, мои хорошие. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, мои хорошие солнышки. Спасибо, что вы у меня есть. Все, на этом я закрываюсь. Мне нужно быстро-быстро перекусить и на боковую. Завтра у меня нелегкий день. Нужно будет собрать все наши баулы. Это все как-то собрать так, чтобы не взять лишнее, чтобы все это поместилось, чтобы мы сами, наши баулы и коляска поместились в такси, на котором мы будем ехать в аэропорт. Вот со всем этим буду я завтра с мужем разбираться. Вот так вот, мои хорошие. Еще двоих детей своих собрать нужно обязательно. Не забудь себя собрать тоже. Ну все, закрываю. Всем спокойной ночи. У кого ночь, хорошего дня, если у вас наступил новый день. Всего-всего самого хорошего.
Мои хорошие, сегодня у нас последний день пребывания в Дагестане. Мама готовит мои любимые чуду. Это сверху наливается талакно. Кто-то спрашивал, оно жарится или нет? Его жарить надо или нет? Она жареная, готовая. Это не талакно, это кукурузная мука. Кукурузная мука? Кукурузная мука жареная. А разве талакно это не кукурузная мука? Не знаю, я не понимаю в этих вещах. Она бывает из ячмени. Это кукурузная мука, как я помню, здесь. Я выключу этот газ. Выключай. На моего мужа. Себе место не может найти. Прям вот у нас сегодня такая ужасная погода. Ветер, кошмар просто. Тучи. Это ведь Дагестан вот с нами так прощается. Не хочет, чтобы мы уезжали. Плачет, плачет. Сейчас будет плакать дождем. Насла еджен, сын? Кушать хочет человек. Насла еджен? Сейчас, да. Табики. Скажи, бисмиллях, рахмай, лахим, скажи. Я себе купила семенат мина, чтобы чай пить. Я люблю из него чай. Только что выпила вон стаканчик чая. У него такой аромат. Все, всем приятного аппетита, кто за столом. Пока-пока. Привет-привет, мои хорошие. Мы уже прилетели в Стамбул всей семейкой. Дети с мужем впереди. Перелет, ну, прошел легко, можно сказать. Единственное, немножко с авиакомпанией произошли у нас проблемы мелкие. Ну, бывает. Сейчас мы в новом аэропорту. Где что находится, ничего не знаем. Ну, идем по табличкам, как и все. Аэропорт просто огромный. Не знаю, может, поснимаю я вам, но просто огроменный аэропорт. Устала очень, без сна, капризные дети. Ну, дети, да, капризничали, но не так, чтобы очень-очень-очень много. Сейчас я поснимаю немножко все-таки. Смотрите, да, диванчики такие, где люди могут, вон, спят, лежат даже по двое, парочка лежит. Прикольно. Огромный просто он. На той стороне это все тоже аэропорт, понимаете, да? Очень много-много-много-много всего здесь. Здесь везде электронные помощники, но мы пока к ним не обращались еще. Пока сами справляемся. Мы забрали свой багаж, потому что у нас был такой рейс, что не связаны рейсы между собой, и багаж нужно было здесь забрать, и сейчас снова сдавать придется его. Вот, идем теперь на внутренние перелеты. Не международные, а междугородние. Честно сказать, я ожидала, что здесь прям вау, как сложно, потеряться можно. Нет, пока нормально, таблички все есть, идем по табличкам. Все прекрасно, вон муж идет с нашими баулами впереди. Я с более драгоценными. С большей драгоценностью иду, точнее. Вот. Так что потеряться здесь. Ну, для тех, кто знает английский, для тех, кто знает турецкий, потеряться здесь просто нереально. Здесь все можно найти. Да. Итак, мои хорошие, получили багаж, мы сдали, снова ждем рейс в Измир. Осталось у нас где-то час, и мы будем у себя в Измире. Синуль, ты готов? Зихрашка спит. Он тоже только недавно проснулся. Ой, папа устал у нас. Давай, 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 давай. Солнышко мое. Ты мамино солнышко? Да? Да, маленький. Только под ноги солнышко не смотрит. Почему? Почему он солнышко не смотрит под ноги? Осторожно, солнышко. Я тебя держу, не бойся. Мама тебя держит, солнышко, не бойся.
Что это такое? Аслан? До встречи в Измире, мои хорошие. Следующая встреча у нас будет точно уже в Измире. Я не могла не снять такой момент. Посмотрите, да, уснули мои мужчины. Пока мама отошла на 2 минуты, они уснули. А нет, папа не спит. Алло, мами, мами. У нас уже регистрация началась. Наконец-то мы в аэропорту Измира, идем за багажом. Ай, как я устала, как я мечтаю принять душ и свою постель хотя бы на пару часов. Сейчас должна прийти заловка, чтобы посидеть с детками, чтобы могла немножко поспать, потому что невозможно дальше бодрствовать.